Приветствуем вас в магазине Skybit. Сегодня будет маленькая обучалочка. Когда мы влюбляемся в Ханг, начинаем смотреть видео на Ютубе, мы видим, как будто руки музыкантов над этим инструментом парят. Всегда возникает такое ощущение, что они играют легко, подвижно. Берешь инструмент и так пум-пум-пум, как будто не получается. Непонятно, как это происходит. Вот, хочу объяснить принцип, на чем это все строится. Вся плавная игра строится на движениях по типу маятников, когда идет один импульс и подбирается на обратном движении вторым. То есть мы как будто одним импульсом запускаем такое двойное движение. Я на этом инструменте знаю два основных маятниковых движения. Первое — от большого к безымянному. Большой движется от себя, безымянный — к себе. Фишка в том, что это очень эргономичное движение, и оно спокойно позволяет набирать потом скорость. Первый вопрос, который задают, почему я делаю это не большой указательный, а большой безымянный. Если вы вытянете руку, осью станет указательный палец, и начнете вертеть ей, вы почувствуете, как через большой и безымянный как бы идут такие центры тяжести. Не через указательный, вот так вот кисть будет изгибаться неудобно. Не через средний, а именно вот эти два пальца становятся такими как бы точками опоры. Как это движение делается? Первая точка удара — это большой палец, боковая поверхность. От себя маятник пошел. И обратно на возвращение ударяем безымянным. На себя, от себя большим, на себя безымянным, большой, безымянный. Сначала оно тренируется на нотах. Возьмем, например, 3-5, бачок правый. 3-5. Маятник идет. Прям шатается, как колокол. Можно тренировать руку, перенося на другие ноты. Просто делаем его для себя привычным. То же самое отдельно для левой руки. Все то же самое. Возьму ноты 2-4. И тренируюсь, чтобы сформировалась привычка. Потом обычно это как раз за... Через какое-то время мы берем и комбинируем это в сочетанное такое движение. Большой-большой, безымянный-безымянный. Не отдельно одной и второй, а попеременно. Право-лево, право-лево. Возьму нотки 1, 2, 3, 4 и по ним. Большой-большой, безымянный-безымянный. Раз, два, три, четыре. Впоследствии это движение позволяет очень сильно ускоряться на инструменте. Если соблюсти определенные параметры скорости, кратности и так далее, то это будет очень красиво слышать. И второе движение базовое, тоже раскачивающееся, уже идет от указательного пальца к безымянному. Средний палец становится осью, и мы движемся. Указательный, безымянный, вокруг вот этой оси. Вот такое оно. Насколько я знаю, оно взято у перкуссионистов, которые играют на индийском инструменте табла. Если посмотреть их технику, она прям очень развита. Также берем сначала одну руку, любую ноту, например, динг, и гоняем указательный от себя, безымянный к себе, от к. Сначала медленно, вдумчиво, потом уже, когда оно будет четкое, можно будет ускорять. У левой та же самая задача. Где используется это движение? Первое — это более эффективная проходка гаммы, чтобы распределить все ноты между пальцами. Если низ инструмента легко подбирать большой-большой, безымянный-безымянный предыдущим движением, то наверх легче уходить указательный-указательный, безымянный-безымянный вот этим вторым вращением. И получается большой-большой, безымянный-безымянный, указательный-указательный, безымянный-безымянный. Очень удобное движение. Тоже позволяет потом с легкостью ускоряться. Это первое применение. Второе — это более усложненные техники по типу парадидлов. Парадидл, 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 парадидл. Я, может быть, когда-то отдельно сниму видео про этот прием, но вот просто показываю, где это используется. Или когда мы уже распределяем задачи между руками, допустим, одна будет вести линию. Та-ра-та-та-та-ра-та-та.
Вот этим движением очень эффективно ей подыгрывает. Уверена, что там еще много разного использования, но вот лично я в своей игре использую это в таких случаях. Осваивайте эффективные движения, и ваша игра будет легкой.